Больше 70 тысяч человек в Самаре остались без воды в результате аварии. 25 мая в 5 часу вечера приборы диспетчерской службы самарских коммунальных систем зафиксировали резкое падение давления на насосной станции, которая питает водопроводы поселков Мегзавод и Крутые Ключи. На место аварии сразу выехала оперативная бригада, которая выяснила, что в зоне проведения работ по реконструкции Московского шоссе произошла крупная утечка. Ее причины сейчас выясняют эксперты. Земляные работы велись всю прошедшую ночь. Труба диаметром в 700 мм пролегает на глубине около 7 метров. Освободить ее от грунта и демонтировать разрушенный 5-метровый отрезок удалось только к утру 26 мая. К 15 часам новую трубу опустили в котлован, подготовили место работы и начали проводить сварочные работы и укреплять раструб. В 16:05 началось заполнение системы водопроводной водой. Если все будет нормально, то где-то в течение 3 часов вода будет у всех потребителей. На нижних этажах вода появится чуть раньше.